18 октября в актовом зале городской мэрии прошло заслушивание отчета о деятельности антитеррористической комиссии под председательством первого заместителя главы администрации Кургули Кургулиева. Главным докладчиком выступил заместитель главы администрации Хайбулла Умаров, являющийся руководителем аппарата антитеррористической комиссии, который рассказал о том, что основной задачей комиссии является организация взаимодействия муниципального образования с подразделениями территориальных и федеральных органов исполнительной власти по профилактике терроризма на территории города. Комиссия является организацией взаимодействия муниципальных образований с подразделениями территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования городского округа город Хасавюрт. За отчетный период антитеррористическая комиссия провела 7 заседаний, рассмотрено 26 вопросов по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявления. Также в работе собрания приняли участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахметов, курирующий заместители главы администрации, начальники отделов и управления аппарата администрации города. В продолжение докладчик рассказал, что в рамках реализации плана работ были созданы межведомственные рабочие группы, комиссии и объединения. 2016 года налажена работа по взаимодействию субъектов профилактики с общественными объединениями, религиозными организациями, так тесном сотрудничестве с депутатами и руководителями СУЗов, ВУЗов, директорами общеобразовательных, спортивных школ, духовенством и с общественностью города проведена огромная работа в сфере профилактики экстремизма и терроризма, а также религиозного межнационального противостояния и повышения толерантности в молодежной среде. За отчетный период в образовательных учреждениях города с привлечением сотрудников правоохранительных органов, работников аппарата АТК, отдела по делам молодежи и туризму, городского управления образования и представителей духовенства было проведено 45 лекторских встреч с учащейся молодежью, преподавательским составом и родительским коллективом с охватом более 3000 человек. По итогам заслушивания доклада работа антитеррористической комиссии города Хасавюрт была признана удовлетворительной. Булаева Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».